следующая песня, она, это тоже премьера. Мало того, у меня тут есть просьба. Это не мои стихи, мне их присылали несколько раз. И это из той серии, когда вот я читаю, мне много чего присылают, я редко что-то пишу на чужие слова. Но бывает. Тут вот это тот случай, когда вот читаешь и уже музыка есть. Длинное стихотворение. Мне, кстати, очень многие упрекают, а у тебя вот все про наземных-то ничего нет. Я пишу, у меня есть там кое-какие мысли. А тут такое стихотворение. Я выяснял, кто написал. До сих пор, мало ли, действительно, кто может потом подсказать или поискать. Есть как бы информация, что человек, он уже в возрасте, дай бы Бог, чтобы был жив. Возможно, выпускник 78-го года Рижского высшего военного авиационного инженерного училища имени Алстиса, либо Иркутского. Вроде бы фамилия Спирин, буква А, точка. Даже второй нет, то есть инициалов нет. То есть я не знаю. Я там, вот это тот редкий случай, когда стихотворение вообще практически ничего не трогал. Понимаю, что... авиация это вообще, это куча терминов, куча сокращений. Инженерная авиационная служба, служба вооружений, тем более. Я думаю, те авиаторы, которые здесь есть, они поймут что-то. Те, кто далеки от темы, все равно, я думаю, это нормально. Хотя, опять же, вот действительно, это... Я понимаю, что это написано раньше, допустим, там пленка Изопохрон, она в Ми-24 в ранних сериях Ми-8 использовалась для записи информации. Допустим, я долгое время не знал, потом узнал и очень смеялся, когда вот услышал, что ВДшников и СДшников, вертолетные двигатели, самолетные двигатели называют слонами. Тоже прикол. Ладно. Вот такая песня. Это премьера. Когда уходят технари, меняя жизнь, себя, работу, до самой утренней зари, им часто снятся вертолеты. Противно телефон звонит в вечернем сне зампа и аса. Брондинка стройная стоит, как стюардесса бизнес-класса. Там все вас ищут, говорит, и ничего без вас не могут. А он тихонько дальше спит, уже в запасе, слава Богу. Во всем всегда для всех пример, перечитал бумажный ворох, тревожно дремлет инженер, пороховницы держит порох. Он помнит каждый бюллетень, будь умным, а может наказание. Как позабыть всю эту хрень, куда девать все эти знания? Решив опять пораньше лечь, нарушив график распорядка, храпит вовсю начальник ТЭЧ, обнявший крепко ФАП с тетрадкой. За ростровой аэродром стоят некрашенные ангары, ему во сне все нипочем, форель клюет на фидер старый. Седой бортехник крепко спит, во сне по-прежнему летая, дотошно за бортом следит, все моет, гладит, пыль сдувая. Он видит снег кавказских гор, Туханкалу, где долго не был, везде, куда ни кинет взор, до мелочей родное небо. ВДшник видит страшный сон, испачкан весь в нефтепродуктах. Сидит огромный грязный слон, а перед ним большой конструктор. Слон собирает вертолет с умением, чувством, расстановкой. Спешит ведь вечером облет, летят везде куски контровки.
А уж не тянет провода, шер не тот разъем втыкая. И он бы смог, да вот беда, автопилот в руках мешает. Опять какой-то датчик сдох, никто не знает, в чем причина. Аошник мудрый, он не лох, пошел и сделал все. Мужчина. В дыму всезнающий радист ядро паяет, крутит что-то. Жизни полный пофигист, но увлечен своей работой. Ему на ушко до утра Ритуля ласково щебечет о том, что дис менять пора, нет для него милее речи. Был крут во сне вооруженник, один все нары зарядил, сел с парашютом в муравейник, да с ПСУ пожар тушил. Упорно тер свою лебедку, намазав щедро циатим, привык кулак к движениям чутким, такой вот ночью был интим. Который раз разводит краску, отважный техник группы СНО. Герметик мажет клей за маску, все заклепало везде давно. Вонял приятно растворителя, стоявший тут же на столе. И от того ангарный житель во сне чуть-чуть навеселе. Лишь КЗАшник ровно дышит, у них спокойный крепкий сон. Полет идет, кассета пишет, и есть всегда изопохрон. Во сне возьмет фиксаж и воду, проявит шустро негатив, закусит кофе бутербродом, не жизнь, а вечный позитив. Пусть и не звездил карьерный рост, но многим это не обидно. Ведь каждый техник в службу врос, внеся свой вклад весьма солидный. Уйдут со службы технари, руки помнят, память знает. И кто бы что ни говорил, их точно бывших не бывает. We'll be right back.